Шанти-Шанти РФ и Горе наше луковое. Спальник Алексика Альфа 1 плюс 2. Почему он так называется? Потому что здесь в одном наборе два спальника. Внутренний спальник пуховой, внешний спальник с прямолоптом СБ, специальный утеплитель. Оба спальни из силиконизированной ткани. Оба не промокают, 250 мм. Спать можно отдельно в том, отдельно в этом. Вместе они состегиваются, сейчас покажут. То есть я сейчас вам покажу. При этом комфорт для мужчины у двоих спальников вместе минус 20 градусов. Он просто до невозможности теплый. Я сейчас запарюсь. Вылезай. Ощущение как в баньке. Ну, давайте расстегнемся. Не пытайтесь это повторить на диване. Пытаюсь повторить это в палатке. Ой. Фу. Господи. Ой. Да. В общем, инженеры Алексика постарались. Или кто все это делал. Что здесь есть? Спальники два практически одинаковой формы, немножко разного размера. То есть даже профиль капюшона, внешний и внутренний, они совпадают. Но один можно вставить в другой. Соответственно, у одного молния левосторонняя, у второго молния правосторонняя, чтобы вас не продувало. Везде шейные пакеты. А, нет, наружный спальник без шейного пакета, то есть он такой попрохладней для нашей осени. Вот этот уже для нашей ранней зимы вместе для год подходит. Крепятся они друг к другу при помощи таких вот крючочков. Приходит просто их можно расстегнуть. Крючочки самое необходимое дублируются в ногах. Вот. Крючочек раз, крючочек два. Ну, спальник, как мне кажется, нужно тестировать в боевых условиях, учитывая репутацию спальников Алексика. Это кто-нибудь уже сделал. Ну, как только мы найдем горняков, мы их спросим. Изнутри они такие позитивные рыжие. Если что, можно вывернуть и спасаться. Шанти-Шанти РФ. Офигенский спальник. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Может быть, мы даже сделаем на вот этот конкретный спальник скидочку, если вы с нами поговорите и что-нибудь там напишите.